بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا زد له ولا ند له ولا مثيل له ولا مكان له ولا خالق سواه ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير ميروان إيواش سيميام خوال الله Единому Всевышнему Создателю, Всемогущему Творцу, который установил шариат для соблюдения и блага тем, кто следует велениям Творца в соблюдении повелений Аллаха, дает благо и пользу как в этом мире, так и на том свете. Поистине, Аллах своей милостью прощает грехи тех верующих, кому хочет. Мы возвеличиваем единственного Создателя, существующего вечно, без начала и без конца, который превыше всех недостатков, который не имеет подобия и образа, и нет равного ему, который делает и создает все, что он хочет. Я восхваляю Аллаха с покорностью и смирением. И благодарен Аллаху за все блага, которыми он наделил нас. И стараюсь использовать все эти блага так, как повелил Всевышний Творец. Я свидетельствую, что нет другого Создателя, кроме Аллаха. Ему одному мы обязаны поклоняться, у которого нет сотоварища. И что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, раб и посланник Аллаха. Прошу Аллаха даровать еще больше величия и почета пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, мир ему, а также всем пророкам и посланникам. Дорогие мусульмане, будьте богобоязненными всегда и везде, так как соблюдение шариата – это путь счастья и спасения. Аллах Всевышний сказал в священном Коране сура Аз-Зумар, «Аузу билляхи минаш шайтани раджим». قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون Всевышний сказал: скажи, о Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, разве могут быть равны знающие и незнающие? В этом аяте сказано о религиозных знаниях, так как именно они помогают человеку отличать истину от лжи, избегать ошибок и идти по пути спасения. К сожалению, из-за невежества или алчности некоторые люди обманывают, выдавая запрещенное Аллахом за дозволенное. Например, те, кто стремится к наживе, заявляют, что их товар является разрешением халал, хотя по шариату он запрещен харам. С другой стороны, такому греховному бизнесу способствует
безответственность и невежество тех покупателей, которые не проверяют соответствие этого товара требованиям шариата. В наше время эта проблема особенно актуальна для рынка мясной продукции. В Священном Писании сказано сура Аль-Маида, «Аузу биллахи мина шайтани раджим, хуррима алейкум аль-майтату, ваддамму валахму аль-хинзири, вама ухилля ли гайри Аллахи бихи, валь-мунханикату, валь-мавкузату, валь-мутараддиату, валь-натихату, вама акала ас-сабуу илля ма заккайтум, вама зубиха алан-нусуб». Садака Аллаху Аль-Азим. Всевышний Аллах сказал, Аллах запретил вам, употребляя в пищу мертвичину, кровь, свинину, мясо животного, забитого с именем кого-либо, кроме одного единого Бога, а также мясо удавленной скотины или умершей от удара, или убившейся от падения с высоты, или забоданной рогами другого животного, или мяса скотины, которую загрыз хищный зверь. А разрешено то, что зарезано в соответствии с шариатом, а также вам запрещается, употребляя в пищу мясо животных, перенесенных в жертву идолам. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, разъяснил, какое мясо халал, а какое харам, что является мертвечной и как правильно резать животное. Разрешено употребляет пищу, мясо, зарезанное мусульманином, а также христианином или евреем. Если животное режет мусульманин, то произносит «Бисмилла Аллаху Акбар». Лезвие ножа, которым режут животные, должно быть достаточно острым, чтобы быстро перерезать трахею и пищевод, а также основные вены и артерии. Нельзя резать ногтем или костью. Запрещено употреблять в пищу мертвичину. Мертвичина является мясо животного, которая умерла, упав с высоты, или утонула, или была раздавлена, а также была убита ударом, тупым предметом или электрическим током. Запрещено употреблять пищу мяса хищных животных, например, волка, льва, тигра, а также хищных птиц, сокола, ястреба, орла и других. А также запрещено есть мясо собак, ослов и мулов. К примеру, некоторые птицефабрики для большой производительности в убойных цехах используют конвейерный забой. То есть птица на конвейере подвергается воздействию электрического тока, а далее автоматически перерезается шея или птицу режет забойщик, а также электрический ток или пневматический пистолет применяют в забое крупного и мелкого рогатого скота. В результате исследования воздействия на животных электрического тока 27 июня 1912 года Международный совет исламского ветеринарного законодательства принял решение о запрете применения электрического тока при забое животных. В работе этого совета принимали участие много религиозных представителей и специалистов в области ветеринарии. Этот запрет был принят на основании того, что в результате воздействия электрического тока якобы с целью успокоения животного, большой процент животных погибает еще до того, как им перерезают шеи. Тиало Куэйтского университета доктор Басам Ашати говорил, что применение электротока
при забое не соответствует правилам шариата. При таком способе забоя не упоминается имя Аллаха, нет направления в сторону киблы, из животного не выходит кровь и животному приничается сильная боль. Член педагогического совета по образованию и здравоохранению доктор Ахмад Аль-Хайфи также подтвердил, что применение тока и транквилизаторов при забое животного недопустимо. Такой метод приводит к застою крови в мышечных тканях, то есть кровь не вытекает как положено, и это является благоприятной средой для всевозможных болезнетворных микроорганизмов. Ученый сказал, если даже не был использован ток, но резал ни мусульманин, ни христианин, ни иудей, то это мясо также запрещено, употребляет в пищу. Если человек точно не знает или сомневается, как именно было зарезано животное, тогда ему нельзя употреблять это мясо в пищу. Это подтверждается хадисом из сборника имама Муслима. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Иза рамайта бисахмика, фаасабата рамията, фавакаат фильмаи, ла таакулха, лианнака ла тадри ман каталаха, асахмука амильмау». Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Если ты выстрелил из лука и попал в животное, и она упала в воду, то его нельзя кушать, потому что неизвестно, по какой причине животное умерло от стрелы или утонуло». Пророк запретил употреблять такое мясо в пищу из-за сомнения в том, каким образом животное умерло. Этот хадис является неоспоримым доказательством того, что нельзя употреблять в пищу мясо сомнительного происхождения. Обязанность каждого из нас знать, что мясо, которое мы употребляем, произведено в строгом соответствии шариату. При выборе мяса, а также мясных продуктов и блюд необходимо быть предельно внимательным в том, что за продукцией целиком и полностью отвечает требованиям шариата, не должно возникать ни малейшего сомнения, иначе употребление этого является грехом. А что касается других продуктов, например, молочных, кондитерских, то в отличие от мяса, если возникает сомнение в том, были ли они произведены согласно шариату, то их не запрещено употреблять в пищу. Теологи ислама всех времен единодушно подтвердили, что недопустимо употреблять в пищу мясо, если человек сомневается, халал это или харам. В частности, об этом говорили такие великие теологи шафиитского мазхаба, имам Ибн Хаджар Аль-Хайсами и Ас-Суюти, а также теолог маликитского мазхаба Аль-Карафи и другие. В книге «Аль-Фатва Аль-Кубра» Ибн Хаджар Аль-Хайсами рассказывается о том, как мусульмане нашли зарезанного барана в городе, где в основном жили язычники. Они нашли его в районе, где жили мусульмане, и обратились с вопросом к ученому, можно ли кушать это мясо. Он ответил, что поскольку происхождение этого мяса сомнительно, то есть его запрещено. Внимание! Те, кто дает религиозное заключение о том, что харам – это халал, противоречат шариату и являются неверующими. Напоминаем все, кто занимается производством и торговлей мясной продукцией, а также потребителям, что каждый из нас будет отвечать за свои поступки в день суда. В тот день не помогут
ни имущество, ни другие мирские блага, а спасет только вера в Бога и Его посланника. Получайте знания и соблюдайте шариат, как положено. Исправляйте себя, пока не поздно. С этими словами я прошу Аллаха милости и прощения для себя и для вас.